Доктор Машинкова. Наступает утро. Доктор Машинкова, просыпайся! Пора вставать! Нужно ехать в магазин автозапчастей, купить запасные детали для сломанных автомобилей. Магазин автозапчастей не очень далеко. Я быстро доеду, подумала доктор Машинкова. О, смотри, на дороге пробка. Так быстро доехать не получится. Что же делать? Как успеть вернуться домой вовремя? Вот бы сделать автомобиль, который мог ездить над остальными машинами. Он бы поднимался вверх и ехал вперед. Ой, а как же объезжать дорожные знаки? Нет. Такая конструкция не подойдет. Нужно думать дальше. Что если надеть рюкзак с реактивным двигателем? С ним можно подняться в воздух и лететь над пробкой. Так и дорожный знак можно облететь, и машины на земле. Ой, доктор Машинкова опускается. Топлива не осталось. Так далеко не улетишь. А что если сделать летающий автомобиль? У него будут и колеса, чтобы ездить по земле. И винт, который поднимет машинку в воздух. Похоже на вертолет. Доктору Машинковой понравилась эта идея. А пока она мечтала, все автомобили уехали, и дорога стала свободной. Можно ехать? У доктора Машинковой в этой серии снова потерялся болтик. Вот такой. Если ты найдешь его, напиши ей, пожалуйста, где он лежит.
До новых встреч! Пока!